пятницу вечером. Сижу с девушкой или с младшей сестренкой. Ну, скорее всего, домашними делами или встреча с друзьями. Могу к друзьям пойти. Я вообще-то пенсионерка. Могу в театр сходить, могу в кино сходить. Ну, не знаю, чем пятницу. Кушать приготовить на завтра, чтобы можно было завтра отдохнуть. И что-то в холодильнике стояло, что-то. У меня тренировка. Читаю. Если надо, что-то там, методическая работа какая-то нужна. Ну и, в общем-то, ужин, обед готовлю тоже.